Чтобы ты пяток много стало, ребят. Не знаю, стрим снайп это не стрим снайп, что-то вряд ли, конечно. Но все возможно. Насмотрится от своих ютуберов, такие, ого, круто, пойду нагибать на БТ-5 не по рангу. Что с хуем? Пушка танканула. Он Челси пополнял, что ли? 95-й все еще жив на углу. 95-й откиснет, можно будет точку захватывать. ПТСАР должна с ним ебаться, по идее, сейчас. Я понял, другалек. Там допомога подошла. А БТ-5 М60-го разнес. Вообще экипаж не было, или он раз 10 через комбашню его разъебал. Или там есть какая-то точка G, про которую я не знаю. Ситуация накаляется, надо стрелку на другой день переносить, ребят. Сори, БТ-5 я тебя продал. Но выбора не было. Либо тебя, либо меня. Это 5 в топе просто. Я сам себе заряжающего выебал. Я что, цента проебал? А вот он, да, это он.
Псоха, блядь, еще. Я съебаюсь отсюда нахуй, ребята. Там, если было бы одна ипсох, но там М48 и ипсо одновременно. Чел, не надо тебе туда идти. Не надо тебе туда идти. Я понимаю, до двоих сообразим, но нет, не сообразим. Я пойду экипаж пополнять. Охуя, там горный козлик еще. Пополню член, потом к бою снова приступлю. Нужна скорострельность. Ты пал смертью храбрых. На тряске. Там М163, ребятки. У меня тряска начинается при виде М163. Так, чупышилу сняли. Ебать, он дрочит, мужик. Дайте арту. Пидара надо брать в оборот, это легкий фраг.
Что за хуйня, блин? Это гол.